Siamo il futuro e il presente per via di un passato di fame e di sete. Всем привет, с вами Кирилл, и вы на канале Кирилл Гейм. Итак, сегодня я вам покажу, как установить новый бета-модпак Amazon Crawley Play. Итак, в первую очередь его нужно скачать. Скачать его можно на сайте Amazon Crawley Play. Ссылочку на модпак именно я оставлю в описании. Так вы просто на форуме найдете этот модпак. Серьезно говорю, вы его так просто найдете. Поэтому ссылочку я оставлю в описании. Что вам нужно сделать? В этот раз он будет качаться у вас не через торрент, как прошлый бета-модпак версии 1.1, а это модпак версии, по-моему, 2.0 или что-то типа такого. Я не знаю, короче, точно какая-то версия, но теперь он качается именно только через браузер, не через торрент. Вы нажимаете «Скачать», и он начинает скачиваться. Вы здесь выбираете вот папку. У меня он уже скачан. В принципе, скачивать я его не буду. Вот, у меня он уже закачан. Что теперь вы делаете? Вы заходите, находите в папку, где у вас находится вот, вот это, вот этот модпак. При этом, пацаны, их лаунчер, то есть мультиплеер и игра должна быть закрыты, потому что так у вас может не установиться. И если у вас есть построены модпаки, допустим, там, от Радмира, от других проектов, то я вам советую полностью удалить игру и переустановить, потому что большая вероятность, что у вас плохо будет работать. У меня были построены модпаки, и я зашел, у меня просто игра залагивала. Поэтому я вам советую всем переустановить игру, если у вас есть построенный модпак. Если у вас только модпак Амазинга, какой был до этот, то можете не переустанавливать игру. Итак, запускайте его, нажимайте «Да». В принципе... И давайте установим. Смотрите, здесь, если у вас нет игры, не знаю, я думаю, таких нету. Если у вас нету КРМП, то вы можете здесь установить игру. Но нам нужен модпак. Что вы выбираете? Вы выбираете установить модпак. Здесь выбираете летняя версия, либо снежная версия, то есть зимняя. Летняя и зимняя версия. Смотрите. Вот летняя, вот зимняя. Я установил зимнюю версию, потому что еще все-таки зима. Ну, вы можете также летнюю установить. Ну, неважно, короче. Выбирайте сами летнюю или зимнюю. Я выберу зимнюю. И советую вам выбирать для слабых ПК лучше. Для мощных не нужно. У меня хотя мощный ПК, пацаны. У меня мощный компьютер. У меня 1050 Ti стоит. Процессор i5. Но лучше ставьте для слабых ПК. Я вам советую. Тогда у вас точно будет все работать. И нажимаете «Установить модпак». Что теперь вы делаете? Здесь выбираете папку с игрой. Вот. Выбирайте папку с игрой Dark, вот, GTA Online Россия. Ну, у меня здесь она находится, я не знаю, где она будет находиться, у меня она здесь находится. И нажимаете выбрать папку. И она начинает устанавливаться. Просто начинает устанавливаться. И все. Видите, что он у нас GIG04, если что. Я, впрочем, вам весь процесс установки показывать не буду, просто у вас напишется «Модпак успешно установлен», вы закрываете, потом просто нажимаете крестик и заходите в игру, и у вас будет все работать. Если я вам помог, то ставьте, блин, лайки, ссылочка на модпак будет в описании. Всем спасибо за просмотр и всем пока-пока. I'd be crying.